Не могли бы вы подробнее рассказать о деревянном символе вылечить человека? Я живу с престарелыми родителями, у которых целый букет заболеваний. Можно ли им помочь с помощью этого символа? Имею право читать для них заклинания Хусентарвак, черви Хусентарвак, если я только изучаю первую бесплатную ступень. Смотрите. Есть, допустим, препарат. Это, допустим, таблетка преднизолон. Преднизолон является гормональным препаратом. Когда человек принимает гормональный препарат, то он воздействует на его надпочечники, на протяжении, попадает в кровь через желудочно-кишечный тракт, потом происходит депонирование его там через почки или выводится через ЖКТ. И он воздействует на надпочечники, появляется гидрокортизон там, и так далее. То есть происходит процесс противовоспалительный, противоаллергический, антигистаминный и прочее, прочее. Так вот, в случае, если человек начинает смотреть на символ, то пока он смотрит на символ, символ воздействует на него. А когда он выпивает таблетку, то он может не смотреть на таблетку и не думать о таблетке, а таблетка с ним будет работать. Таким образом, можно заметно провести аналогию, что когда человек смотрит на данный символ, то этот символ работает с человеком. Но когда он выпивает таблетку, но как только человек перестает смотреть на символ, символ перестает с ним работать. Но как только он выпивает таблетку, таблетка работает дольше. Именно поэтому, когда вы купили символ для родителей и поставили, то нужно ставить его таким образом, чтобы он постоянно попадал в их поле зрения. То есть его ставить рядом с телевизором, повесить его на кухню, чтобы хоть немножечко попадало туда их зрение и концентрация хотя бы бокового элемента внимания. Таким образом, символ может работать. Пассивно, когда человек не смотрит на него, как правило, символ не работает. То есть он должен быть в поле зрения. В случае, если он находится в поле зрения даже пассивно, это будет на них действовать. Поставьте на телевизор, поставьте рядом с телевизором. Или сделайте видео такое, где этот символ будет где-то выглядывать. Так символы работают. В случае, если человек смотрит телевизор и там бы появлялись символы здоровья, то вот такие символы могли бы воздействовать на человека. А так человек без таких символов или без поля зрения, он где-то дома валяется, это просто деревянная табличка. И второе, вы читаете мантры для этих людей. Аналогично, в тот момент, когда вы читаете мантры, то вот вы читали полтора часа, вот полтора часа эти мантры воздействовали на человека. Читаете на следующий день, то вместо полтора часа после того, когда вы прочитали мантры, будет работать не полтора часа, а полтора часа и плюс три минуты. И вы читаете, допустим, один год, и длина влияния вот этой мантры, она увеличивается. За полтора года это будет, почитали там один час, а действовать будет три часа. И это зависит еще от духовной энергии человека, от его энергетического потенциала, от его энергетики, от того, насколько он энергетически может влиять на внешний мир. Много есть вот этих нюансов, которые могут сказать, более активно действует мантра или более пассивно. Поэтому я желаю вашим родителям и всем родителям долгих лет жизни. Если хотите, чтобы родители жили дольше, лучше им талисманчик в виде метасоника для здоровья приобрести, купить. Вот такой метасоник, он работает лучше.